До главного политического события страны остается один месяц. За пост президента России борются 8 кандидатов. Предвыборная кампания вышла на очередной этап. Большая работа идет с избирателями в регионах. Доверенные лица одного из кандидатов, Владимира Путина, проводят встречи с электоратом. Около 500 по всей стране и трое в Чувашии. Это директор филармонии Николай Казаков, главный врач республиканской больницы Елена Бурсукова и ректор ЧГПУ Владимир Иванов. Каждого кандидат в президенты Владимир Путин утверждал лично. У доверенных лиц наступила горячая пора. За один рабочий день несколько встреч с коллективами предприятий и организаций. Задача – познакомить избирателей с программой кандидата и обозначить векторы развития. Большое внимание уделено развитию культуры. Но тем более, слава богу, у нас в Чувашии сейчас я это на личном примере чувствую. Большие преобразования. Но все знают, наверное, что вот у нас началась реконструкция филармонии. Это меня сильно радует. Еще одна цель этих встреч – получить обратную связь. Для нас очень важно каждый вопрос, каждое пожелание услышать и донести до нашего кандидата. Это мы как раз делаем. Это вот основная миссия доверенных лиц. Во-вторых, нужно объяснить важность самих выборов, потому что сегодня существует, к сожалению, вот такое мнение части наших, особенно молодых граждан, что выборы могут сделать и без них. Это абсолютная ложь, это абсолютно вредно, я хочу сказать, потому что все зависит от нас. Активная работа с избирателями только началась, и доверенные лица настроены серьезно. График каждого распланирован на несколько недель вперед. В штабах остальных кандидатов в президенты России пока царит затишье. Встречи с электоратом проходят нечасто. Впрочем, у политиков еще есть время и возможность донести свою программу до избирателей.